Всем привет, с вами Альфия Баталова, и сегодня я нахожусь на передаче СССР. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы недавно стали ведущим этой передачи. Как вы сюда попали? Мы изначально были организаторами данного проекта. Ну и наш ведущий Кентал, известный певец. Все-таки он певец, актер по совместительству. У него сейчас очень большие изменения в творчестве. В связи с чем мне пришлось самому стать ведущим этого проекта, чтобы не мешать личности. А неужели на нашем телевидении нет достойных личностей, которые бы стали ведущими? Конечно, есть. Очень много. Вы рассматриваете кандидатуру? Мы рассматриваем кандидатуру. Более того, прежде чем запускать проект с каким-либо ведущим, мы проводим опрос в фокус-группу, где участвуют около 500 мнений обычных зрителей, и выбираем лучшего, кого они сочтут нужным. Давайте пройдем последний. Еще такой вопрос. Помимо этого, в каких проектах вы участвуете? Помимо этого, проект «Халаулом». Разная редакторская, журналистская работа. Я думаю, что в интернете это все видно. Да, да. Ну, некоторые из наших зрителей не знают, кто вы. С чего началась ваша карьера? Это ваше предназначение? Вы об этом мечтали? Конечно, это началось с мечты. Я более чем уверен, что каждым делом должен заниматься профессионал. Я изначально мечтал стать журналистом. Я поступил на журналистику. Я продолжаю журналистику, занимаюсь тем, что люблю. Получается, вам это приносит и удовольствие? Есть знаменитое слово, если ты выбираешь работу, которая тебе по душе, ты не работаешь ни одного дня. Это что-то наподобие наркотика. Если человек зашел в журналистику, он больше не выйдет. А у вас есть какая-то мечта? Моя мечта – это внести свой вклад в развитие казахстанской журналистики, быть хорошим человеком. Раз уж мы родились людьми, я хочу быть хорошим человеком. А если бы вам не пришлось работать, этим заниматься, чем бы вы еще занялись? Я думаю, журналистика – это довольно обширная профессия. Журналист – это тот человек, который везде задает вопросы, вечно чем-то недоволен и всегда пытается что-то решить. И дело не в эфире. Журналист – это стиль жизни. Я бы уже не занимался в любом случае. Я желаю вам, даже если у вас что-то пойдет не так, чтобы вы не терялись, держали свой путь, и это будет вдохновлять других людей. Мы знаем, у вас много подписчиков. А вы жена? Да. А как вы относитесь к вашим подписчикам? С уважением. С большим уважением. И очень большое спасибо, что вы являетесь моим подписчиком. Все, спасибо вам большое. Рада буду увидеть вас на вашей другой передаче. Я приду обязательно на «Халаулом». Приглашаю вас. Спасибо. С вами была Альфия Баталова. Когда как не в этой жизни. И еще раз мы убеждаемся, что у человека должна быть мечта. Если вы занимаетесь этим, то вам не придется работать ни дня.